Состоялся отчет главы сельского поселения Булатниковское по итогам работы прошлого года. На мероприятии присутствовали представители местной районной администрации, депутатского корпуса муниципалитета, старосты деревень, представители уличных комитетов, старшие по домам и, конечно, жители поселения. В своем докладе глава поселения Ирина Дубровская отметила, что за прошедший год был проведен капитальный ремонт автомобильной дороги до деревни Спасские Выселки, выполнены работы по устройству тротуаров, капитальный ремонт колодцев коллективного водоразбора и многое другое. Но основным направлением работы администрации было и остается поддержка социально незащищенных слоев населения. К празднику Победы все инвалиды и участники войны получили материальную помощь и продуктовые наборы. Для них был организован праздничный обед с концертом, вручением подарков и цветов. К значимым событиям поселения, произошедших в 2017 году, можно отнести открытие стадиона в поселке Измайлово, доступного для посещения всеми жителями. Приезжают, приходят сюда заниматься и с маленькими детьми, и с большими детьми. Также был открыт детский сад «Жар птица» в деревне Лопатино. По результатам отчета оценку работы поселения дал глава Ленинского района Олег Хромов. Действительно, у нас есть хорошие возможности роста в поселении элементов, таких как благоустройство, то, что относится к тротуарам, к дорогам, и мы с вами можем эти все планы реализовывать. Без комментариев не остался и взрыв газа в ЖК «Бутово Парк». Событие, произошедшее буквально накануне. Масштаб трагедии мог бы быть еще более существенный, если бы взрывная волна, я находился на месте, Ирина Константиновна там была, ударило бы в несущую конструкцию. И не нужно бояться того, что мы просто обратим внимание и наших соседей, и обратим внимание управляющей компании, а она, если необходимо, обратит внимание правоохранительных органов о том, что происходит в соседнем доме, в соседней квартире. Убережем сами себя, своих детей и окружающих от трагедии. Жители поселения имели возможность задать интересующие вопросы, на которые глава района Олег Хромов, его заместители и руководители учреждений и предприятий смогли дать исчерпывающие ответы. Я считаю, в этом году встреча прошла достаточно продуктивно, потому что озвучивались многие вопросы, которые ранее не были решены, и были решены в этом году. Было очень приятно, что администрация берет на контроль какие-то конкретно волнующие даже личные проблемы жителей. По итогам работы глава поселения получила удовлетворительную оценку. В планах на 2018 год намечено многое. И вывоз стихийных свалок, и установка детских площадок, а также капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Структуры, что, несомненно, сделает жизнь более комфортной. Алексей Мельников, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.